В принципе, ребята, я косить ничего здесь не буду. Ничего, валяется здесь понемножку мусор, конечно. Махать все шибко не буду. Вот просто вы видите, дверь открытая. Я думал, что лодку уже стащили. Посмотрим. Все валяется, кто-то тут лазил. Какого черта? Что они тут искали? Это все лежало вот здесь вот. Видите, все побросали. Я думал, что лодку потащили, видите, все открыто. Надо было мне замочек привезти. Тут можно мне на замок закрывать все. Ну не хочет она на замок закрывать. Тут, ну, лодка все на месте здесь стоит. Вот мне надо сюда вытащить. Тут кто-то заглядывал, а закрыть не закрыли. Надо лодку обязательно забрать. Я даже не помню, где весла мои. Надо еще посмотреть. Ну, как вы видите, просто листья уже валяются. Она, конечно, видуха не та. Но, в принципе, трава-то не густая, редкая такая. Так что все нормально. Оса летает. Что, место наше гнездо, что ли? Надо же, точно, наверное. Залезла, падла. И у меня гнездо там будет. А у меня там стенка не двойная. Не-а. Ну залезла, сволочь. Видите, краска тоже уже. Сейчас. Краска, видите, тоже начинает уже влазить потихоньку. Уже лет 5, наверное, этой краски надо будет. А следующий год покрасить все. Вот такие делишки. Ну, в принципе, все нормально, ничего делать не буду. Просмотрел, сейчас лодку заберу. И все, и поеду домой. Я просто боялся, чтобы лодку не украли. Хотя она, в принципе, ребята, и недорогая, где-то 30 евро стоит, наверное. Но все-таки она у тебя есть, да? Это уже хорошо. А так вот, если тут оставишь, украдут, уже потом у тебя ее не будет. Независимо, сколько бы она ни стоила. Вот эту лодку большую, вроде бы сосед мой хочет забирать ее. Тогда что я ее спихну, отдам ему. Видите, эти деревья, они потихоньку становятся толще и толще. И скоро, в будущем, я тут уже на машине не смогу заехать. Надо бы, наверное, бы их тоже отпилять. Березка такая хорошая. Видите, высотки такие. Если они начнут падать, то здесь тоже все меня накроет. И не хочется, конечно, это убирать все, резать. Так красиво тут, нормально. Но надо будет, наверное. Вот эти деревья тоже. Эти обязательно надо брать. Я даже соседу сказал, видите, они останутся здесь. Они вот, видите, наклонены в его сторону. Я ему сказал, обязательно пилить надо. А иначе они попадают все. Может быть, он зимой попиляет их. Я ему сказал, где-то так 1,5-2 метра оставлять их. Чтоб пенек был такой, да? А потом от него сразу махом они пойдут побеги. И будет на следующий год все нормально. А это пилить обязательно надо. Да не только здесь, мне везде пилить надо. Там вот тоже, смотрите, сосна какая высокая. Значит, она тоже упадет, тоже все придавит. Видите? Из-за ен-то я переживаю. Сколько сосен. Так, тут маленько лазил. Накидали мне тут маленько. Сейчас я быстренько, ребятки, это самое, лодку соберу. Видите, у соседей тоже там уже какие-то деревья начали расти. Ближе сделаю, видите, и много кустарников у меня там уже. Потому что он тоже не стал смотреть за своим участком. Лодка тоже не спускает, валяется здесь. Я ему говорю, украдут там, да кому она нужна? Грабли мне надо не забыть забрать. Если мне надо дома кое-что подделать, то на грабли нужно будет. Ну, это так вот, ребятки. Все, пойду я сейчас лодку быстренько сейчас соберу. Ветерок шибкий был, скорее всего. Потому что я тут вот все, аж тряпку маленько подняла, видите. Там мне еще надо матрасик забрать от этой вот лежанки. Потому что он, матрас этот свернутый. И я боюсь, что там мыши или крысы, может быть, зимой там гнезда сделают.
обязательно мне надо забрать. Короче, ребята, будет так, я дома буду смотреть видео, просматривать, да, и вспомню, что я мой матрас не забрал. Да. Потом, если я сейчас приеду, наверное, все на замочке закрою. Полотенце есть тут. Конденсат, наверное, собирался есть. Все, ребят, собрал. Подвезу ее в гараж. Нехай она стоит до следующего года. Вес идет тоже. Сачок я тоже решил забрать, который я лещей ловлю. Утащут еще. Так, снова забрал. Мешочек. Все, ребята, на сегодня все. После, как я уже говорил, я быстро заехал сюда, чтобы посмотреть, что здесь творится. Траву надо косить не надо, тут, короче, ничего делать не надо. Ветки падают, все это сращивали маленько здесь. Лазил, вот это, открывали все. Ну, лодку мне главное забрать. Весла и лодку. Вовремя приехал, еще не успели брать. Все, ребята, и пока. С вами был Вальдемар. До следующей встречи. Покеда на погоду, ребята, вот такая вот. Ставьте лайки, балалайки за такую погоду. Все, погнала домой. Чуси.
Вот, ребятки, я как и чувствовал, помните, я вам говорил, что надо забрать мне матрасик, видите? Во, уже мыши все наделали. Все уже, говно насрали тут все. Во, сволочи. Видите, что творится здесь? Они уже откуда-то натащили, это не отсюда. Это с моих башмаков. Точно. Ну что, посмотрим. Это примерно вот таких вот. Где мой второй ботинок такой? Они вот такого тащили, наверное. А нет, он здесь лежит. Нет, он лежит здесь. Ну, короче, надербанили. Хочется Ваську нашего кота надо. Говна тут мышиного. Везде сволочь лазит. Надо Ваську там взять. Видите, как подрявили. Надо же, сволочи. Сейчас вытряхивается, видите, помет сколько здесь. Сволочи. Ады такие. Что-то за попсыкали, что ли, тут. Ну все. Не, матрасик такой. Все равно я его заберу. Теперь с ним. Пока другого еще не будет. Это еще пойдет. Сволочь, а. Ладно.